На данный момент у нас уже утонуло 4 человека, из них трое детей. Вот берем, если статистику, ну, говорю, плохое, это очень плохое слово, статистика, потому что это жизнь людей. Ну, на тот период прошлого года у нас было 7 погибших. Также было 3 детей. Всего в том году у нас утонуло 14 человек. В этом году 4. Ну, думаем, может быть, остановится на этом. Хотелось бы этого. Но у нас люди... Ну, проводится очень большая работа специалистами администрации города, МВД, администрации районов, нашего управления по поводу предотвращения именно гибели людей на воде. Это постоянные рейды, это людям объясняем, выходим на пляжи, выходим на места несанкционированного купания, постоянно об этом говорим. Ну, пока есть то, что есть. Вот у нас на прошлой неделе утонуло вот сразу 10 дней назад 3 детей. То есть вот сперва один ребенок на косе, это по улице Богачева, это именно на Амуре. И потом в южном микрорайоне, в карьере, 2 детей сразу в один день. В парке Северин молодой человек, это было ночью, в 3 часа ночи, но там молодой человек был в алкогольном опьянении. У нас... Ну, 90% я могу дать как голову на сечение, если взрослые, это 80-90% это алкогольное опьянение, а остальное это переоценка своих сил. По детям это недогляд родителей. Если взять, вот, например, я сейчас возьму телефон свой, у меня вечером идет доклад от матросов-спасателей, которые у нас дежурят на 4 местах в городе. Они собирают информацию. Вчера был на Амуркабеле. Матросы-спасатели выявили 2 детей 5 и 7 лет, передали их в органы полиции. То есть они были без родителей и купались в реке Амур. То есть мы могли вчера лишиться, не было бы этих спасателей, еще 2 детей. Потому что Амур, река очень своеобразная, очень тяжелая, как говорят. Ну, там превышение течения только в 5 раз. Ну, всегда было по-разному. Оно как волнами идет. Ну, в том году очень много было погибших. До этого очень много гибнет детей. Очень много. Мы считаем очень много. Потому что даже одна человеческая жизнь – это уже много. Но в том году было из спасенных у нас 16 человек. Только вот на 4 этих местах. Ну, вот берем 14 погибших, еще было бы 16, было бы 30 погибших, если бы не этих спасенных. В этом году уже 9 спасенных, из них 3 детей. Но у нас, мы ведем статистику, мы сейчас проводим работу по указанию мэра, размещаем рекламные баннеры, ну не рекламные, как баннеры, по ходу движения по Пионерской нашей, есть в кинотеатрах, на ЖД вокзале, на автовокзале, в аэропортах, именно статистику по погибшим. Чтобы люди увидели это, может быть, у кого-то там в голове перемкнет, что не надо детей опускать на реку Амур, да и вообще на те же карьеры и так далее. Статистика примерно одинаковая всегда. То есть тут нельзя сказать, что кто-то виноват в этом. Я всегда говорю, ну, знаете, вот говорю, статистика, а есть не статистика. Много было погибших взрослых именно в алкогольном опьянении. Вот случай Краснофлотский район, я уже сколько рассказываю. Молодые люди отмечают день рождения, 30-летие парня на берегу. Проходят рейд. Ну, то есть сотрудники администрации Краснофлотского района, сотрудники полиции. Говорят, там купаться нельзя, раздают памятки. Они говорят, о, нам памятка обалденно пригодится, чтобы костер разжечь. Проходит 40 минут. Хорошо, у них одна памятка сохранилась. Вот они звонят в службу спасения, ну, на 112. Выезжают наши спасатели. Оказывается, именинник решил искупаться. Вот через час мы его достали уже погибшим. Вот так он отметил день рождения. Ну, на центральном пляже от переоценки сил там военнослужащий погиб. Хотя очень сильно подготовленный был. Ну, у нас в том году погибшие начинались с мая месяца, конца мая, именно дети. В этом году, вот, говорю, как один за одним пошли. Знаете, вот я был с проверкой, на выходных приезжаю на пляж, на тот же Амуркабель приехал,
там, разговариваешь с мамочками, так называемыми, ребенок на пляже, она лежит, загорает. Ей говоришь, вот смотрите за ребенком, вы просто не успеете, это секундное дело. Я смотрю, сама в полудреме. Очень много, вот у нас случай был также, две девушки в очень алкогольном опьянении, 12 часов дня, представляете, в очень алкогольном опьянении, решили искупаться. Начали в заплыв. Спасатели, ну, начали действовать, то есть к ним на лодке подплыли. Получилось так, что одна начала тонуть, другая начала за нее цепляться. Вытаскивали одну, успели вытолкнуть, вторую начали. Она начала топить моих спасателей, ну, наших спасателей. Ну, случайно задели ее веслом. Ну, все, спасли. Она написала заявление в полицию, что ее бедную, ну, нет сказать спасибо, ну, что ее спасли. Нет, заявление в полицию написала. Ну, в конечном итоге ее полиция и забрала, потому что она была в таком алкогольном опьянении, сильнейшем. Вот у нас, ну, посмотреть, очень людей много в алкогольном опьянении. Именно и очень много детей, которые без присмотра родителей. Очень много. То есть надо, вот мы работаем, пытаемся работать. Начали еще, по-моему, с апреля месяца с органом прокуратуры. Ходили по школам, проводили занятия, что купаться нельзя и так далее. Ну, именно в реке Амур. Да и везде у нас пока нет тех мест, где можно было купаться. Нам и Роспотребнадзор запрещает. Вода у нас не в очень хорошем состоянии. То есть давайте, вот, ну, вот, я не знаю, проводим работу на всех уровнях. По телевидению, по радио, вот, по интернету. Уже начали в интернете об этом говорить. Ну, давайте вот эту цифру как бы остановим. На этот год, я считаю, хватит, наверное, уже и так. Знаете, я вот хотел бы показать, вот, когда лежит ребенок, да, и над ним мама. Вот, просто это было вот на позапрошлых выходных, 2 недели назад почти. Это было воскресенье. И она там к Богу вызывает, чтобы его вернуть. Вот такую картинку показать людям. И вот это будет очень наглядно. Но этого нельзя показывать. А я бы показал. Я думаю, вот у кого-то, ну, мозг там перевернется. Я бы так сделал. Ну, этика нельзя. Вот такие надо бы картинки показывать. И все думают, что это случится не с ним. Все там, это не со мной, это не со мной. Вот на таких родителей посмотришь, когда вот мы первого ребенка вытащили, на следующий день второго, отец стоит, на нем там, ну, не то что лица нету, а мама там просто убивается. Вот такие картинки бы я показал бы.